этого. А если ты еще не подписан на мой канал, приходи вниз, нажимай на красную кнопочку, подписаться, не забудь нажать на колокольчик. А мы поехали! Ребят, и сегодня у нас смузи-челлендж. Мы будем вытягивать бумажки, кто... Кому попадется, какая бумажка. У какой нас ингредиент, да. Там записаны ингредиенты. У нас всего 16 ингредиентов. Да, 16 ингредиентов. Всего у нас будет 8 раундов, то есть каждый, вы уже поняли, попадется по 8 ингредиентов. И после каждого раунда, так скажем, будет рекламная пауза в виде такой мини-истории, что мы сегодня делали днем. Вот. Как бы ну, такой мини... Начнем? Мини-влог. Ну да, начнем. Все. Давай накопим ножки. Суефа. Суефа, суефа, суефа. Я первая. Так, давай, вытягивай. Так, вы, наверное, не видели, потому что мы как-то здесь делали. Ну, в общем, у него бумага, у меня ножницы. Да. Фух. Варенье. Черная смородина. Так, это тебе. Давай, подвинем. Чао, видно? А, что-то как-то мы для нас хорошо записали, я не знаю вам. Вам, наверное, немного не так видно. Задом наперед. Это твое. Так, немного приближай, чтобы там, а то я увидела банан. Так, теперь я. Так, это мне. Что, наверное, ложечку надо взять? Так, что это у нас? О, у меня рахат лукум. Вот он. Бери. Рахат лукум. Там, наверное, задом наперед. Ну, в общем, короче, у нас рахат лукум. Да, мне. Так. Так, первый раунд завершён. Подожди, сейчас. И сейчас мы уходим на рекламную паузу, на мини-влог, что мы сегодня делали днем. Но, в общем, мы уже все поняли, мы уже все рассказали. И заодно я пошла за ложечкой за вареньем. Всё. Пошла одна. Этот памятник описывает, как вот эти лошади переплывают через реку Дон. Кстати, уже нормально водичка, уже она не кажется такой холодной. Вот, лошадь. Да. Хорошая ты лошадка. А мы пошли гулять дальше. А это я, оператор Кирилл. Начинаем второй раунд. И да. Сейчас я, то есть Настя, берет первое. Так, да. Виноград. Он как раз отличный виноград. Да. И варенье очень хорошо сочетается. Посмотрим, что пойдет сегодня. Будет дальше. У нас есть такие ингредиенты немного. Хариба. У меня пока что... Слушай, у тебя всё сладкое. Рахат лукум, хариба, мишки, блин, вообще. Да, ну нормально, в принципе. Пока так, что все сочетается. Если мне попадется какой-нибудь там кизил... И лимон. Молоко. Не, молоко с хариба вообще нормально. Так, если все... Не, я имею в виду молоко с лимоном и с кизилом. Я себе все поставлю. Все? Не жирно ли? А, ну ладно. Хоть немного оставлю. Немного оставлю. Ну надо же как-то это. Будет круто, если у меня будет все сухое. Ну хотя я еще ни одной жидкости не... Никому не попало. Да, ну короче, все уже. Не, ну немного еще. Короче, кто-то мне там вообще не писал. Так, ну, короче, достаточно. И я уже наполнила себе рахат лукум и хариба. А Настя сейчас будет... Я уже виноград наполнила. Она уже наполнила варенье и виноград. Поэтому мы сейчас возьмем все. Ну что, Кирилл, удобно? Здесь, короче, памятник Шолохову. Вот. И рядом памятник также его как-то роману. Где он описывает, как лошади переплывают через дом. А это сам Шолохов. Короче, мы там сейчас только что гуляли с Кириллом около этих лошадей. А вот что здесь лежит. Нормально, еда! Так, раунд номер три. Мы начинаем. Да, это первое. Так, может быть, сейчас хоть... Ну все, уже бери. Не-не-не-не-не. Я еще ничего не... Давай. Фух, я хочу что-нибудь сладенькое. Ребята, давай. Я хочу что-нибудь сладенькое. И? Кисель! Кизел?
Кисель! А, ну нормально. Кисель, слава богу. Зато тебе как бы жидкость... Я не очень люблю кисель. Я вообще обожаю. Ой, блин, влюбилась. Ладно. Лучше бы мне попался бы йогурт. Так, что у нас или тут? Или попал. Это что? Банан! Тебе попался банан! Куда ты обратно ты его кладешь? Так, просто куда ты банан? Так, банан, короче, сейчас мы нарезаем его и кладем ко мне. Да, вот. Сейчас мы уходим опять на рекламную паузу. Ребят, я полезла. Всем привет! Все. Я молодец! Раунд номер 4. Так, мы начинаем. Так. Давай. Так, тебя нет. Нет. Я не увидел. Шоколадка! Да! Риттерспорт. Так, у нас Насте досталась шоколадка Риттерспорт, хотя бы что-то сладкое. Кокосом! Моя любимая. Погоди, у тебя что там еще? Виноград и... Черная смородина. Черная смородина, виноград, все. Так, и шоколадка. Смородина. Смородина. А у него замороженная. О, у меня же замороженная. Ты куда ты обратно туда ты кладешь? Ты что? Я не знаю, мне хочется класть туда. Так, блин. Вот, Дима, у меня будет мороженое еще к тому же. Так, я немного просыпал. Шоколадка. Только ты не всю. Понятное дело, не всю. Так. Короче, я насыпал. Не бойся, я, как ты, все Харибово, не буду высыпать. Я не все высыпал. Ну, там все чуть-чуть осталось. Там не чуть-чуть осталось, там много осталось. Да, главное, чтобы мне попалось молоко. Вот я просто молю Бога о том, чтобы мне попалось молоко. Вот, пожалуйста, просто пожалуйста. Вот она себе шоколадку там, да, шоколадку. Да. У меня пока самый гуманный этот состав, так сказать. Давай две этих штуки. Две полоски. Остались еще вафли, молоко, чудо и палпы. Надеюсь, мне попадется чудо. Или молоко. Я но хочу... не палпы. Если не попадется палпы, там надо будет его всего выливать, потому что если у меня еще будет только одна водяная основа, тогда это будет вообще плохо. А если не будет ни одной водяной основы, убирай. Тогда будем наливать воду. Мы переходим на рекламную паузу. Что, устал? Нет, не устал. Обезьянка. А я несу на памятнике. Это плохо. Хороший памятник. Так, и у нас пятый раунд. Да, пятый. В принципе, у нас тут довольно нормальный настрой. Осталось. И кизил. И лимон еще впереди. Да, впереди. Давай, вытягивай. Страшно. Будет круто, если останется у нас последними ингредиентами лимон и кизил. Но я думаю, этого не будет. Ну и тогда это будет понятно, что кому-то и всем попадется что-то кисленькое. Прикол, тебе попадется лимон и кизил. Давай, вытягивай одну. Неси кота за хвост. Давай. Скитлс! Фух! Я так боялась кизила и лимона. А у тебя что? Баунти! Yes! Что? Yes! Я читер, что? Просто, я читер. Вот, блин. У тебя скитлс нормально. У меня еще ни одной водяной основы нету. Ты, кстати, зря себе так мало кисели налила, если что, потом туда идем. Нет. Так, ой, лучше... Я надеюсь, что мне еще что-нибудь водяной основы попадет, потому что я не хочу кисель, я не люблю кисель. Так, пожалуй, я нарежу это, потому что это как... Нарежу. Так, нарежу это. Ты немного не русский. Да, я наполовину украинец. Да? Да. Не, ну не наполовину. Короче, мы опять переходим к нашей истории. Мы сейчас гуляем вот с Кириллом, да. По бульвару. Собакой. Да. И с его собакой. И идет в метро. Да. Меня провожать. Да, как вы
поняли, в общем, я сегодня ходила в гости к Кириллу. И меня он провожает до метро, и я поеду одна сегодня на метро домой. Собака. Я уже удержала его 2 раза. Да, он, короче, немного набрасывается на другие собаки. Потому что они мальчики. В общем, вы все поняли. Итак, у нас начинается какой? 6-й раунд. 6-й раунд. И лимон и кизил ничего до сих пор ни у кого. Да. Вытягивай, пожалуйста. Сейчас, походу, кому-то он попадется, и, походу, это будет мне. Я хочу вафли. Сейчас добавится вафли. Или палпи. Вафли или палпи. Давай. Фух. Что там у меня? Вафли! Я же сказала вафли. Да. Ванга. А я сразу вытягиваю, и мне попадается... Молоко! Yes! 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 Кирилла! Жалко, вы этого не видели. Yes! Просто вот... Всем попалось то, что... Да, да. Молочко. Молочко. Ничего себе, ты налил молока. Так, ну все, я думаю, достаточно. Молоко у меня. А если... А попадет скизик, тогда будет плохо. Так, пока что мы переходим на историю. Гуляем с Виктором. Это моя собака. Собака Кирилла. Седьмой раунд, и у нас вот самые противные ингредиенты. Кизил и лимон, и он еще ни у кого. Это еще осталось палпи. Ой, извиняюсь. У нас осталось палпи и чудо. Ну, в принципе, йогурт питьевое чудо. Надеюсь, что мне попадется чудо или кизил. Я хочу палпи, и я не хочу ни... Так, давай начинаем. Давай только сразу, вытягивай сразу же прям. Не перемешивай там ничего. Нет, я не могу, так мне страшно. Давай. Что тут? Что? Чудо! Че, серьезно? Блин! Лимон! Лимон! Нифига себе! У меня лимон, ух ты! Вот это прикольно. Вот это реально прикольно, люди, прикольно. Блин, чудо с киселем! Вообще топ, просто топ. А я нарезаю пока что лимончик себе. Это еще не то, прям чтобы центр был, прям вот жестко. Блин, жалко, вы не видите, как он его нарезает. О, материны. Так, я думаю, мне 2 кусочка хватит. Так, 1 кусочек и вот этот 2. Ну, и это все ты положишь туда? Да. Только кожурой. С кожурой? Да, это будет хардкор. Только хардкор. Кирилл, ради, удачи тебе. Ради вас, просто ради вас, хардкор. Люди, пожелайте Кириллу удачи. Да. Я даже попробую это все выпить, наверное. Я волнуюсь за твой желудок. Ничего, посмотрим. Ты забыл даже, как у меня выглядит. Чудо, чудо. Ребят, пожелайте нам удачи. Кизил еще впереди. Так, короче, убираем чудо и лимон, и у нас очередная пауза. Кирилл. Да-да. Как поживает Рихтер? Отлично, у нас сейчас очень хорошо идет, поэтому ему будет лакомство дома. А что он в наморднике? Ну, он как бы все подбирает, поэтому мы его надеваем в наморднике, чтобы не...
Да, я его не вижу. Он никого вообще не кусает. И он очень дружелюбный. Только он всех боится, и поэтому он не кусает. Понятно. Все. Вот так вот. Умная собака. Да, очень. Он идет рядом вообще. Я даже ему не говорю. Виктор? Хорошая собака. Остановись. Виктор, сиди. Виктор. Виктор. Он пытается намордник снять. Виктор, сиди. О, хорошая собака. А мне можно? А лапу? Вот... А лапу? О, лапу, а да. Лапу? Молодец. А лежать можешь? О. Молодец, молодец. Хорошая собака. Молодец. Хороший пес. Ну, пошли дальше. 8-й раунд. Впереди Кизил. Впереди Кизил и Палпи. Кому же достанется Кизил? Вот просто... Палпи! Пожалуйста, Палпи! 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 Давай закрытыми глазами оцениваем. Я уже. И что у меня? Палпи! И у меня... Кизи! Вот это жесть! Так, косточки. Там косточки надо ножиком. А у меня Палпи. Слава богу, не Кизил. Ну, хотя Палпи с йогуртом. С киселем. Ну, с киселем еще более-менее, но не с йогуртом. Смотрите, сколько у меня жидкости. Это адская смесь, ребят. Это у меня адская смесь. У меня тоже. Не, ну ты видишь, что у меня происходит? А знаешь, как у тебя зато вначале все было супер? Да так, ничего, я думаю, не буду. Рахат лукум, хариб, вот что-то там еще, бам, тибана. Вот так как хорошо у тебя пошло. А закончилось все лимоном и кизилом. Юху! Я сам блин кизил. А сейчас у нас последняя рекламная пауза. И потом дегустация. Да, и потом дегустация. Ребят, в общем, пока мы доходим до метро, гуляем, я вам расскажу, как у Кирилла появилась эта собака, Виктор. Вообще, она не породистая, это дворняга. Она появилась у него примерно 2.5 года назад. Мы тогда с ним тренировались в одной группе. И некоторых маленьких собачек, щеночков совсем, дворняжек выбросили на мусорку. И это оказалось около Ледового, там, где мы катались. Да. Вот. Это был не наш Ледовый, но в то время мы там катались, потому что наш Ледовый был закрыт. Вот. И, в общем, эти маленьких собачек, они выбросили как раз там, где около был вот наш, вот, на тот момент Ледовый каток, там, где мы катались. Вот, и некоторые наши же из группы взяли их себе, вот Кирилл в том числе. Я тоже хотела, там их много, они вообще были такие няшные, классные собачки, но мне не разрешили родители. И там их было достаточно много, где-то штук 6 даже, по-моему 6. Один просто сбежал, и поэтому стало 5. Взяли собаку Кирилл, маленькая девочка из младшей группы, Юля, еще одна маленькая девочка из младшей группы. Я забыла, как ее зовут, потому что она совсем была маленькая. Она у Татьяны Викторовны каталась. А, Милана, что ли? Нет, еще одна девочка маленькая. Она, по-моему, старше Миланы на год. Я не помню, как ее зовут, честно, простите. Вот, ну вот, по-моему, она, да. И вот двое. Вот наш... Виктор, кстати, вырос самого красивого. Ну, ты видел их собак? Да, видел. Видел? Я не видела, я видела только вот твоего пса. Вот, и двое, которых осталось, наш тренер снова один Панова, она... Отнесла их ремни. Да. Она, по-моему, на дачу их отнесла и раздала. Ну, я точно не знаю, но, в общем, она их куда-то пристроила. Вот. Так что вот только единственное, только то, что один сбежал, и непонятно, куда он делся. А так остальные вот все вот живут сейчас спокойно и... Да, с хозяинами, счастливо, в общем. Вот такая история. Так, у нас дегустация. Давай, как в старые времена, ты начнешь первая. Я? Да. Фух, с Богом.
кстати, вкусно. Риттер Спорт очень чувствуется. Да? Да. И варенье. И все. Кстати, вкусно. Кизил, лимон, молоко. Молоко! Удачи! Что? Блин! Всё? Вкусно! Люди, очень вкусно! Так, стоп, а что там? Вкусно садка? Баунти, баунти, баунти! Баунти чувствуется. Мне очень вкусно. Мне понравилось прям литр спорта. У меня и, ну, вот, и чудо, да, такое есть немного. Мне попались кусочки хариба. Слушай, хватит. Так, теперь мы пробуем. Меняемся. Пробуй мое, а я попробую. Оно пахнет кислым. Ты говорил, нет. Вкусно за сарказм? Нет. У тебя как-то немного тупо пахнет. Ладно, тупо. Мне пахнет лимоном. У тебя слишком сладкое. Кстати, правда, очень вкусно. И мне тоже хариб попалось. Вот здесь у тебя как-то слишком сладко прям. Наверное, из-за этого. Из-за вафель и всякого. Из-за варенья, наверное. У меня, кстати, там очень сильно рахат луком, там всякие эти кокосовая стружка перемалывается все время. Вот. Но это не очень вкусно. Вот это? Угу. А мне нравится. Твоё, кстати, тоже очень вкусное. Я даже не знаю, что лучше, но вот мне оба понравились. Мне тоже. Ну, слава богу, что кизил не так сильно чувствуется. Да, особенно с молоком и лимоном и все. Да, вкусно. А я, кстати, лимон с цедрой положил, так что никаких претензий не может быть. Да. Ставь лайк этому видео и всем пока!